Елена Устинова. Только сейчас получил сегодня. Вот. Смотрите, что она пишет. Столько смотрела роликов с вами, но именно учебы не нашла. Где четко, понятно, как выращивать абрикос, черешню, орех в нашем холодном климате. А так хочется научиться и научить других. Вот. Что резать, что не резать, когда. Может быть, у вас есть письменная запись, хочется поучиться. Живу на средней морали. Вот. Пока за упокой, то есть пока это звучит как претензия, 186 вебинар. На первых вебинарах было лучше. Там, если вы помните, самые ветераны, вот есть такие среди вас, хоть несколько, но осталось. Кто начинал со мной в 2018 году. Что там было? Помните? Там было четко расписано. От меня еще Сафронов, он как бы сказать-то, он где-то это самое требует от меня, тоже четкости требовал. Он тоже взял гектар, ему тоже нужно было четко. И он тоже просил меня, попробуйте, откажите самому Сафронову. Следующее. Значит, и все было расписано. Подбирал десятки фотографий. Косточка одна на дереве, косточка упала, косточка промыта, косточка высушена. И как высушена, и как хранилась, и как садилась осенью, как после сертификации высушена, как сертификация, и как она росла, вплоть до вот этого вот, до этих моментов. Было? Было. Вот. Так что я ни в чем не виноват. Раз. Потом, еще до этого, а моя популярность была максимальная, когда людям становится было нужно, это когда еще печатные труды были. А я специально, видите как? Вы пишете. Письменные записи вам надо. А их есть у меня. Значит, возьмите 20 дисков. Первый, второй диск фильмы, а третий диск книга номер, та самая, Сибирский сад, сотворение чуда. Пожалуйста, закажите, я вас сюда отправил, я сказал, сегодня будет вебинар, пожалуйста, посмотрите. Или одной отвечать, или таких новичков-то. Потом, когда все это попадет в YouTube, в этот, в Яндекс, таких будет желающих много, я всем объясняю. Диск номер 3, уже книга. Диск номер 4, 150 или 200 избранных статей. По каждому случаю, на одном как садить, на другом как плевать, именно письменно. И так, это, пятый, это самое, запись, шестой, то есть это, пятый это фильм, шестой это опять уже идет это самое, ну из 20 половина то, что вам надо. И что интересно, а у меня Бог помогает. Это не ваше письмо, вот это. Значит, ко мне, я туда не перейду, хотя это очень легко, несколько секунд. У меня здесь есть связь с WhatsApp. И там человек задает несколько вопросов, присылает фотографии, просит ответить на вебинаре. Дружище, все было смонтировано. Сафронов попросил сократить до 2 часов, час, то есть убрать один. Сегодняшний вебинар сократить. Вот, не успеваю. А последнюю фразу вашу, вы из уважения ко мне думали, как я отвечу на вебинаре за ваши письма, и вот вы взяли такую хорошую фразу написали. Я вас за это благодарен. А я взял ее хитро, я чуть не сказал, что я хохол. Вот. Ага. Так. Прошу. Я и это самое. И дуже дякую я и Украине. А, кстати, сейчас я хочу, чтобы мы с вами были все заедино. Нет, не там, не на фронте, а хотя бы на нашем садовом фронте. Нас мало, нас атакуют невежи. Вы сами видели это. Вот. Поэтому я для вас всех родной. Я Железов, наполовину русский, на четверть украинец, на 1/8 немец, еще на 1/8 поляк. Вот. Ой. Шановные товарищи, друзья, все мы друзья, вы понимаете, мне так хочется, и ко мне письма идут отовсюду, и из Финляндии, и из Швейцарии идут письма, Прибалтики, вот, мне так хочется, чтобы все, чтобы все были счастливы, вот,
Так хочется, но я не могу дальше говорить. Я знаю больше, чем говорю, но не могу. Вот. А вам лично, вам, так, а кто же это? А, вы же как раз Белоруссии, еще и Белоруссии чуть не забыл сказать. Так вот, из Белоруссии, ну как, где ваши? Тут-то я не боюсь. Так, ладно. Значит, в другом месте. Картинович, вот память, а. Спросите меня. Не надо, а вот как. Всем рекомендую купить и изучить материалы по садоводству на 20 дисках. Это вот, понимаете, как нарочно. Половина диска – это то, что вы хотите. Ну, вы, что ли, не знали про них, может быть. Вот. Но поймите правильно, мне приходится чуть-чуть зарабатывать. Вот. Мне приходится помогать десяткам людей. Так устроен мир. И когда у меня есть лишний рубль, его уже нету. Поэтому, если сказать просто, да, сейчас эти из 20 дисков штук 10, они письменные, как вы говорите. Ну, не могу я просто взять и выслать. А диск стоит 300 рублей. Вот. Идем дальше. Один диск. И вот он пишет. По-моему, белорус. Вот память. Ну, прошу прощения, все свежее, сегодняшнее. Всем рекомендую купить и изучить материалы по садоводству на 10 дисках. Видите, как совпало? Ей нужно письменное письмо. Так, не надо жалеть эти 10 тысяч годы и убитый от незнания сад дороже. Нет, вы никого не убедите, что 10 тысяч это лучше, чем убитый сад. Поверьте, 99 из 100 у них будет убитый сад, но диски не купят. У меня их уже не покупают практически несколько лет. И теперь так. Во-первых, не 10 тысяч, а там скидки, скидки, получается 10 тысяч, а 4 800. Ну, пару сотен на пересылку, 5. Вот. К тому же полный курс Валерия дает целостную картину по садоводству. Например, смотря фильмы Валерия об осеннем саде, можно многое понять о весеннем саде. Но я понял, вы решили мне помочь этим письмом. Спасибо. Материал бесценен. И по сравнению с полученной пользой стоит очень скромно. Единственная просьба распространять обучающий курс ссылками или флешкой. Я уже связался с братом Юрием Железовым, который лучше меня в этом разбирается. Сделаем, обещал сделать ссылки, и, по крайней мере, ссылки. У меня у нас пока есть, мне Лилия Ряжева, моя сестра из Подмосковья, моя духовная сестра, она мне сделала в виде ссылок две книги. Обе книги, те бумажные. Пожалуйста, одна бумажная еще есть, записка зачарованного садовода. Вот. Может быть, вы это имели в виду, уважаемая Елена, когда написали письменные записи. Может быть, вы имели в виду именно книгу. Вот. Вот рекорд пошел. Уже несколько месяцев никто ни одну не покупает вот из этих вот. А это тоже письменная, а вы, может, про нее и не знаете. 4 штуки 200 рублей. Это получается полтинник одна. Или одна штука 100 рублей. Недорого. Идем дальше. Я не виноват. Не виноват. Это не я. Это кто-то мне решил помочь и написал. Желаю всем надежных зданий в борьбе с садовой пустыней Сибири. А может, он это сибиряк писал? Прошу прощения, памяти нет, но вопрос принципиальный. Спасибо за помощь. Как будто нарочно. Вот. И вот то, что Елена, да, это уж еще, наверное, не для вас. То есть это второй этап. Мы с вами, друзья, прошли весь курс полностью. Вы, кто, эти, старая гвардия, она знает, все лучше меня знает. Вот. Потому что это самое, у них еще плюс свои знания. И вот получается следующее. Дальше я буду говорить и о практических знаниях. Вот, потом вы видите, вот дерево дохнет, а никто не знает почему. Это же вроде бы и ваш, и даже вот это, мне кажется, Елена, вам еще даже это рано. Вам просто по полочкам, по полочкам, по полочкам, по полочкам. Вот. Но, еще раз говорю, придется немножко раскошелиться.